Да, собственно. А сейчас видно, да, все здесь? Видно? Да, речь пойдет про довольно такую простую вещь, Kafka адаптер. Разделана она совместно с моим напарником из нашего творческого объединения Adapter Soft. Это Юрий Новожилов. То есть мы вдвоем вели разработку, тестировали, отрабатывали. Собственно, задача у нас появилась на заказчике Утконос. История такая. Ну, история как бы стандартная сейчас для многих заказчиков и для многих компаний. Это попытки перехода от SOA к микросервисной архитектуре. То есть и приложение начинает монолитно разбивать на микросервисы, и новые какие-то разработки уже делать на микросервисы, что там это удобно, масштабируемо, легко поддерживаемо, т.д. и т.п. Но с ростом количества микросервисов, конечно, появляется, да не только с ростом, просто появляется вопрос, как они должны взаимодействовать с друг другом, управлять, изменением, вернее, как сказать, появляется потребность создания общего реестра, списка микросервисов, поэтому появились такие средства, как API Management. Ну и дальше те же самые проблемы, которые были раньше, до появления Enterprise Service Bus, то есть это мониторинг, как-то прослеживаемость. Поэтому здесь не просто микросервисы, а появляется слой middleware, это либо Kafka, либо очереди. Это обычно RabbitMQ. Сразу сказать, в утконосе вот этот переход к микросервисам, как бы, можно сказать, почти погубил компанию, потому что из-за того, что они были плохо между собой интегрированы и плохо, можно сказать, да, интегрированы между собой, мы там не смогли запустить S4HANA из-за того, что очень много было интеграции с микросервисами, они были вот такие недоделаны. То есть этот переход к микросервисам может как бы довольно сложно переходить. Но да, у нас про Кафку. Собственно, в Утконосе было с АПИО, да, община. И пришел новый архитектор, сказал, что мы будем внедрять микросервисную Eventdrive-архитектуру, и основой Eventdrive-архитектуры, Eventdrive-архитектуры будет Kafka. Ну, наверное, все знают, что такое Kafka. Это, по сути, журнал изменений, то есть любое бизнес-приложение может выкидывать ивент, и остальные по необходимости могут его прочитать. То есть там продажа произошла. Устроена она наподобие очередей, как RabbitMQ, то есть там есть топики, есть очереди. Единственная такая существенная деталь, что из RabbitMQ, когда сообщение считывается, то оно считается топик. То здесь это бесконечный журнал, его можно основной прочитать от самого начала, то есть от первого сообщения в топике до конца. Ну, начали мы этот проект, и, собственно, стала задача интеграции с IP, с Kafka. Первые попытки сделал ABAP-программист. Он пытался через COM-объекты связать ABAP напрямую. То есть он это сделал, но это оказалось плохо поддерживаемым, почти сложно мониторить. Следующая была задача. Это так шумно. Нужно выключить. Да. Следующей проблемой стало то, что на предприятии уже, ну, в Утконосе уже было довольно много интерфейсов с IP, и их опять же надо было связать с Кафкой. То есть все, что шло через ABAP прокси, через айдоки, в конечном итоге должно было попадать в Кафку. То есть такой большой объем уже существующих интерфейсов, поэтому в принципе пришли к выводу, что
PI мы, ну, PI мы убрать не сможем, это будет очень дорого стоить. Но вообще я пришел к выводу, что в конечном итоге без шины вообще сложно. То есть остается такой пул, то есть все проблемы Kafka решить не может. То есть остается пул потребителей или получателей, которым нужна трансформация, они не хотят работать напрямую с Kafka. То есть вот эти вопросы с маршрутизацией, с трансформацией и там, трансформацией протоколов, они остаются. То есть прям полностью перейти, и чтобы все потребляли из Kafka или все взаимодействовали с Kafka, не получается. И опять же, стоит вопрос мониторинга. То есть все шины, они обычно имеют довольно приятный и удобный мониторинг, графический инструмент трансформации. Поэтому в конечном итоге я сейчас своим заказчикам рекомендую вот эту схему. То есть это любая шина плюс Kafka. То есть все, кто может работать с Kafka, они будут напрямую общаться с Kafka, а все, кто не может, то есть сейчас куча внешних API, да, которые... А у кого так микрофон? Может, можно. Так, коллеги, присоединяюсь. Да, да, спасибо. То есть в конечном итоге получается удобная схема. Те, кто может общаться с Kafka внутри предприятия, он пишет напрямую в Kafka. Те, кто не может, опять же, используют внешние... Ну, здесь как бы называется API, но это просто, по сути, разные протоколы, которые поддерживают шина. То есть вот в этой связке, в принципе, можно решить любые проблемы. То есть до конца шину убить не получается. Она нужна в тех случаях, когда вызываем какие-то внешние API, или нужно вызвать несколько API, собрать конечный результат и положить в Kafka. Ну и плюс вопросы мониторинга, там, гарантированной доставки, все вот. Все это решает и решал шина. Поэтому для меня сейчас оптимальный вариант, когда есть какая-то шина и есть Kafka. То есть какие-то прямые взаимодействия без всяких трансформаций, и отправитель, и получатель, консюмер и продюсер спокойно могут использовать JSON, они, пожалуйста, общаются через Kafka. А те, кто не может, либо какие-то legacy-системы, они общаются через шины, там, спокойно там вызывают HTTP или REST, или те же самые папочки, которых осталось еще куча, особенно вот у западных заказчиков, там просто огромное количество интерфейсов на папочках сделано, поэтому шина, конечно же, или какой-то ETL-тул, он как бы нужен, да. Ну и, в общем, стал вопрос, да, интеграции PI с Kafka. Сначала мы пробовали через тот же самый RabbitMQ, то есть вот, вот здесь вот после шины, перед Кафкой, был RabbitMQ. Мы, в принципе, это сделали, но накладные расходы, то есть здесь надо было сделать репликацию, то есть каждый новый топик внутри RabbitMQ надо было настраивать репликацию на Кафку. Решили, что это дополнительные накладные расходы. И нужно прямое взаимодействие шины и Кафки. Я не знаю, почему некоторые, вернее, я не знаю, почему в Вудконосе не смогли настроить эту прослойку рестовскую, потому что, в принципе, перед Кафкой может быть, я не знаю, как она называется, но, в общем, это прослойка перед Кафкой рестовская, которая, в принципе, дает возможность вызывать Кафку по REST. Но в тот момент никто не мог это настроить, или там строки поджимали, мы как раз S4HANA должны были внедрять, и вся S4HANA новая должна была через Kafka идти. Поэтому... Это, наверное, про Kafka Connect, да, Максим? Да, Kafka Connect, да. Не знаю, почему его не могли настроить быстро. Поэтому решили пойти по пути написания адаптера. Custom адаптера к PI. Сама разработка заняла, ну, месяца два, наверное, или три. Проблемы основные были с консюмерами. То есть, если мы говорим в терминах PI, то с сендер-адаптерами. То есть, ресиверы у нас без проблем, очень продюсеры очень просто создались. Там тред был изолированный, то есть, сообщение идет в трейде.
вызывается адаптер кавковский там по каналу, и в этом спокойном тренде создается продюсер, и он уже там убивается, и все хорошо. А вот запустить консюмеры, то есть сендер адаптера, у нас, конечно, с первого раза не получилось. То есть там, такая реализация внутри всех пул адаптеров. По сути, есть адаптер, и есть отдельный список каналов. И там в цикле можно перебирать, нужно просто перебрать все каналы, считать их, ну, те настройки, которые делаются в директории, считать их характеристики, то есть там IP-адрес или хост Kafka, порты, там, не знаю, что мы там используем, SSL, там, в общем, все параметры из канала. И дальше запустить либо в одном треде консюмер, и потом его убить. Что мы сделали первый раз. И оказалось, что это по производительности дикое там, решение. То есть у нас там 50 каналов, сендеров, и в одном треде, вот в цикле, запустить это, в общем, очень долго они пулили. Поэтому пришли к выводу, что надо сделать на каждый консюмер, на каждый канал отдельный тред. И запускать уже консюмер в треде. Ну и тут сразу появилась проблема, как только вы запустили эти треды, их надо, так как каналы могут быть остановлены там, по всяким причинам сендера, их надо останавливать. То есть вот такая была основная проблема, это запустить треды и ввести этот список тредов, запущенный с консюмером внутри, чтобы они там память не пожирали, и остановка. То есть вот, основная сложность в разработке была с консюмерами. Ну, мы, в принципе, эти задачи справились с Юрой, тестировали дома, да, вот, придумали решение с отдельным списком тредов, которые запущены. По сути, это был хэшмап, название канала и тред запущен. Так. Сейчас, наверное, я перейду к характеристикам самого адаптера. Я здесь ссылки, если кому надо. Здесь, когда ты не приходишь, есть, в принципе, картинки, как он выглядит. Но выглядит, по сути, это обычный канал. То есть он создается в директории. Тип у него Kafka. И дальше, в зависимости от потребностей, у нас реализованы как и консюмеры, то есть сендер канала, так и ресиверы. Основные в результате, как бы ей были конкуренты, да? Ну, не конкуренты, а первооткрыватели, это там Advatka и KD. KD – это немцы. Я, в принципе, просто посмотрел, что они могут, и мы реализовали полностью все, что могут вот, конкуренты наши. То есть это первое, ну, общение с кластером. То есть можно подключиться к единому брокеру, можно подключиться там, к группе кластеров. То есть вот здесь в target name передается... Да, здесь имя топика, подождите. А, топик. А, вот здесь, да. Можно передавать один брокер, а можно списком, как, в принципе, connect со string, если вы из Java коннектились к кластеру кафковскому, то там, в принципе, тот же самый строка подключения через запятую список брокеров. Следующая была потребность, вот я не знаю, там есть она у них, у конкурентов нет, то есть архитектор сказал, что авторизация будет через сертификаты, то есть первая у нас была авторизация, это имя и пароль, но потом мы реализовали возможность авторизации с кафкой по клиент-сертификат. То есть в NVA, в Trusted Key Story, как мы обычно там вставляем сертификаты для взаимодействия с HTTPS, также вот есть возможность создать клиент в этом хранилище и здесь его спокойно в канале подключить. Потом следующая была проблема, это то, что все микросервисы любят общаться по JSON, а внутри у нас в PI, конечно же, XML. И разработчики,
конечно, ну, кроме меня, еще были разработчики PI, которые хотели использовать там, одно из основных преимуществ PI – это графический маппинг. Поэтому следующее, что мы реализовали, это автоматическая конвертация, в принципе, как в REST-канале, конвертация JSON в XML. Здесь указывается тип элемента, namespace, и на выходе из JSON превращается в XML. Также есть таблица, вот она, конвертация, это таблица контраст. Но принцип такой же, как в REST. То есть имя поля, тип можно указать, что это там массив, не массив. То есть я имею в виду, что это можно сделать как и в сендер-канале, то есть мы можем преобразовать, прочитать из топика JSON и преобразовать в XML. Так и в ресивере мы можем сделать обратную трансформацию из XML или там из IDOC, ну, из XML, да, в JSON. Ну, и настроить правила трансформации, то есть там, указать, какое поле будет, какой элемент будет массивом и так далее. Одно из последних требований там, это было Avro, то есть это специальный формат, он у нас тоже поддерживается, то есть мы можем считать в Avro и там, с метаданными, и можем загрузить в топик в Avro. То есть есть также маршрутизация по содержимому, то есть как это объяснить, есть топик, да, и в нем есть партиции. Если заказчику требуется, ну или да, заказчику требуется реализовать очередь, потому что когда мы пишем просто в топик, он может писать в разные партиции совершенно не по порядку. А чтобы реализовать запись по порядку, надо писать в одну партицию. Для этого у нас вот есть тоже реализация, маршрутизация. То есть можно по определенному элементу писать в определенные партиции или вот там, в общем, создавать как бы очередь. Запись по очереди на основе там, содержимого. Ну, в принципе, я, наверное, писал, наверное, основные, да, моменты. В принципе, поставка представляет из себя методы описание XI-адаптера, то есть вот эти метаданные адаптеры, которые грузятся в ESR, чтобы он появился в списке адаптеров, когда вы создаете канал. И архив с адаптером. То есть это поставка состоит из двух файлов, по сути. Мы деплоим сначала в ESR метаданные, и потом деплоим сам архив RAR через SDA tool, и он там уже деплоит сам Java-код адаптера. Так, если есть вопросы, можно задавать. Вдруг у кого-то такая же проблема стала. Я знаю, у многих такая не проблема, а такая задача стоит внедрение Kafka. Там, не только с санкциями связано, уже довольно долго идет внедрение Вендрайва. Поэтому я могу сказать, что если вы даже у вас конечная цель Вендрайв и полностью Kafka, то вот этот переходный период очень хорошо бы иметь, да, на PI адаптер, который быстро соединит с IP, с Kafka. Уже можно будет там промежуточный этап, допустим, все интерфейсы перевести там, в Kafka. А дальше уже, если там цель избавиться от шины, хотя я уже сказал, что цель это, по-моему, не очень правильно. Да. То есть шина не умрет, по мне. Так, ну ладно, если вопросы, то, ну, первый. Я не понял, ну, то есть разработка замечательная, да, но вот вопрос, цель стояла перехода на OneDrive. Да. OneDrive никак не противоречит использованию шины, это первое, и OneDrive не равно обязательно переход на Kafka. Вот нет, это просто... Почему такой вопрос? Это было требование нового архитектора. Я тогда думал, что это действительно противоречит. То есть либо одно, либо другое. Со временем я сам пришел к выводу, что оно совершенно не противоречит, а вместе они друг друга
дополняет, да. Просто 3 года назад или 4 года назад просто была группа людей, и вот этот архитектор наш, который пришел, ну, который... Из кастом-дева зачастую там для них Evondrive и Kafka это равно, но это ну, далеко не так, это один из инструментов. Да, это оказался элемент. Просто, да. Хорошо. Следующее, ну я услышал насчет того, что у вас там не удалось запустить в стандартных механизмах Kafka REST. Вот. Да, не но вас. Что там заставило вас сесть за написание своего собственного решения, а не попробовать воспользоваться уже готовыми, которые существуют на рынке? Ну, во-первых, был опыт написания адаптера. То есть для меня это казалось довольно там быстро реализовать свой адаптер. А во-вторых, да, я не знаю, просто так повезло. Девопсы то ли были неподготовленные. Они просто не смогли настроить этот. Не, ну это да, но там есть, например, вот я сейчас в чат кинул, есть от Advantka тоже адаптер для SAPI. И для мы им да, я понял, да, мы им позвонили. Тут довольно просто все тривиально. Это санкции? Нет, не санкции, он стоил 330 тысяч долларов в год. Мы позвонили им, нет, мы не сами, да, то есть первый шаг мы сначала сказали DevOps, восстановите нам что-нибудь, чтобы по-быстрому, они нам поставили только RabbitMQ, и мы поняли, что с ним тоже, с этим Rabbit'ом надо постоянно конфигурировать. Потом я написал в Америку, в Advantka, созвонился с их сейлзом, и он мне сказал 30 тысяч долларов в год, то есть это лицензия, то есть это не разовая оплата. Мы такие, ну, пошли к топам, к нашим, сказали 30 тысяч долларов, он говорит, ну, это перебор. То есть нет, мы, конечно же, не хотели купить, да, но просто посчитали, что 30 тысяч долларов, реально мы потратили меньше на разработку, с учетом просто моей ставки. Ну, хорошо, и тогда, наверное, там заключительно с моей стороны, может, там еще у кого-то есть вопросы, как я вижу в чате, что в дальнейшем планируете делать с этой разработкой? Вы его выкладываете на общий рынок, предлагаете по опыту? Да, я пытаюсь продать. Продавать, соответственно, какая схема продаж будет? Да, мы пытались это продать. В принципе, мы без лицензии хотели продать, а по фиксированной стоимости. То есть это не так много, но там 5000 евро мы оценили все наши труды разово. Но с поддержкой годовой, да. То есть мы Вот как раз следующий вопрос был связан с поддержкой. Она да, включена. С поддержкой на год, да. Да, поддержка на год. А в дальнейшем продлевать? Ну да, если есть такая потребность, мы, в принципе, там в поставке есть исходные коды, и там, если хочется дальше самому развивать это. Но мы сейчас сделали все, что как бы покрывает основные потребности клиентов. То есть я так просто говорю, сравнивал с конкурентами, мы сделали все, что у них. Ну, они Advantka, ребята, намного опытнее нас, то есть у них там куча клиентов, и, наверное, больше и не надо. Наверное. Угу. Но если покупать, да, мы можем там, конечно, под каждого клиента какие-то свои доработки делать, там проблем нет. Допустим, вот Каноси здесь, да, была там эксперименты дикие создать, то есть... Был разработчик у нас один на Бапер. Он захотел создать универсальный интерфейс работы с Кафкой через наш адаптер. То есть шина просто бы считывала из топика информацию, как это выглядело в реальности. Я сначала не понял, что он делает. Сначала он мне сказал, что вот есть 10 топиков, они как бы мусорные, и я хочу для них сделать, очень похожие по полям, я хочу для них сделать универсальный интерфейс на БАПе. Ну, как это выглядело? То есть я, по сути, делал в раппер. То есть здесь я в текущем релизе, который я продаю, я это в раппер убрал. Но в реальности просто делается в раппер оболочка для JSON внутри. Вот это все передавалось в ABAP, а внутри ABAP он, по сути, делал трансформации JSON уже там в таблице ABAP. И так он хотел быстро подсоединять новые топики. То есть я делал такой универсальный врапер, а уже внутри ABAP, в принципе, он, когда я узнал, он начал исполнять роль шины внутри. Я не знаю, это просто потому, что фантазии у заказчиков могут быть разные. Когда я узнал, что он просто внутри занимается трансформацией JSON и записью в таблице, я как бы прекратил с ним дальше взаимодействие, подключать новые топики, потому что
Дикая идея была, мне так показалось. Так что, в принципе, можно под заказчика делать, продолжать его развивать, да. Но пока что мы реализовали основное, то, что требуется. А можно вопросик еще по поводу быстродействия и производительности? Да, можно. Как быстро он считывает, записывает? Были ли какие требования вообще к этому? Да, были. Первое, что мы встряли, это вот то, что надо создавать на каждый канал сендера отдельный тред, да. То есть сначала мы в цикле это сделали и просто считывали канал, создавали консюмеры, считывали все из топика. И, конечно же, это работало очень медленно, крайне медленно. Там, в цикле это долго все шло, считывалось там. Когда мы пришли на треды, последнее, что мы тестировали, считывает он очень быстро. Намного быстрее, чем PI может переварить. Я вам так скажу. Да. То есть вот появление сообщений в статусе когда он попал в очередь диспетчера. Я забыл, как статус. To be delivered, holding? Да, to be delivered, да. То есть он накапливается, to be delivered. Я последнее, что мы тестировали, MDM был связан у нас, то есть MDM в утконосе был сторонний, да, и он передавал сообщение в SAP, в SVHANU. Они выплевывали 300 тысяч сообщений просто за раз. И они там буквально появлялись у нас буквально за 3 минуты. И дальше висели в to be delivered, потому что дальше производился маппинг. И там вот эти ограничения на тредов по адаптерам внутри PI. То есть считывание очень быстро происходило. А дальше уже внутри PI... Там, в зависимости от настройков тредов, там, количество тредов на там, Kafka адаптер. Мы ограничили там, их до 5, потому что у нас очень, чтобы не жрало тред. Но это обычная настройка по адаптерам. То есть считывает он довольно быстро, да. Каких-то проблем он моментально считывает. Говорю, потому что из-за того, что мы используем native API, да, считывание очень быстро происходит. Говорю, там 300 тысяч сообщений он считает там за минуту, за две. Там, просто они появляются моментально. Ну, а так мы прокачивали там миллион сообщений. Особенно вот это связано было с MDM. Там постоянно что-то они перекачивали большую массу. Там товары, что ли, были у них, я уже забыл. Макс, а как там у вас ограниченные размеры сообщений в Кафке? По стандарту. То есть, да, вопрос с ограничением как бы встал. Ну, то есть у заказчика как сконфигурирована Kafka? На 1 мегабайт, да. 1 мегабайт на запись. Да. Ага. Да, и в принципе мы это не нарушали. То есть если присылал больше мегабайта, мы говорили, ребят, режьте. Ну, то есть... А на запись в батч режиме у вас поддерживается или нет в продюсере? Или да, у нас только... есть, да, мы можем, да, разделить пачки, там есть это. Да-да-да, вот я, кстати, забыл. Вот. Это добавили мы как раз с требованием вот, записи в отдельной партиции и по маршрутизации по содержимому среди партиций. То есть там часть сообщений шло в одну партицию надо было, а часть в другую. И вот как раз там мы сделали еще ограничение на пакет, то есть пакет на передачу. То есть он там по 1000 штук можно передавать там. Он будет передавать по 1000, по 100. Так вот. Вот еще вопрос по поводу конвертации JSON в XML. Это стандартная библиотека Google? Да, это стандартная библиотека, да. Такой же, который используют в REST адаптере, да. А что будет, если невалидный JSON появится в топике? Ну, или не сможет переконвертировать, а, например, в качестве имени будет цифра, например. Или, ну, JSON позволяет в качестве имени поля использовать цифру. Или вообще какой-то невалидный JSON сам по себе, который не конвертирует. Что происходит в адаптере в это время? Хороший вопрос. У нас такого не было, но не раз, она просто будет в ошибочном лежать. То есть она считается, но никуда не пропадет. Да? То есть это будет...
ошибочные сообщения. А читается по одному, да? Одно сообщение в топике это равно одно сообщение. А, все, нет, вру. Это мы вру. Извиняюсь, да, нет, мы не прочитаем из топика. То есть из топика оно не будет финальным статусом сетным. Мы не перекрутим офсет. А он, сейчас, получается, он на этом встанет. Ну, да, то есть это сообщение встанет, да, из офсета. Надо будет залезть в офсет и смотреть в топик, и смотреть, что с этим сообщением. Но, как бы, либо оно будет висеть в PI, либо, чтобы не потерять, мы же должны гарантированно доставить. Тут, мы пришли к выводу, что лучше оно останется там. Ошибка будет в канале или будет прям ошибочно сообщение? Да, ошибка будет в канале, но офсет не переведется. Да. Ошибка будет в канале, будет красным, да, но не переведется. Да. А какой-нибудь алертинг есть? Также можно заметить. Стандартный алертинг. Стандартный, можно на канал повесить алерт, что там произошла ошибка, и дальше там, да, разбираться, да. Просто у нас все валидны были. О, Макс, а пинг канала у вас поддерживается или это в API не получается? Да, да, у нас пинг. Мы делаем так, если топик недоступен, либо капка, мы не стартуем консюмера. Может, вам отдельный сервлет какой-то сделать для пинговалки? Было бы удобно очень. Я так думаю, там пинг сделан вообще для только стандартных адаптеров и даже для... Там, да, борются, части, и он не поддерживается, потому что захардкожено. По-моему, вам проще отдельный сервлет сделать для этого. Да, ты прав. Мы просто не можем реализовать этот пинг. Угу, да, мне там тоже была кнопочка, да, пинг я хотел реализовать. Но у нас сделано так. Если перед каждым коннектом создание консюмера, ну, проверка есть. Там есть... Топик доступен, либо там брокер доступен, либо кластер доступен. Если недоступен, то канал будет красным. Какие схемы поддерживаются? Ну, схем только Аврора. Авро только. А каким образом она подтягивается? Руками загонять или схемы регистрации? Да. Вот она здесь даже написана, да, руками вот Авро. Понятно. А схема Registry вообще не поддерживается никак пока? Нет, еще? Пока нету, да, никакого рынка. Да, мы обсуждали тему, что есть внешние хранилища этих схем. Нет, пока это просто вот забивается метаданные в поле адаптера. Ну и ресивера, и сайвера. А у вас оно из пейлода может поступать, или только его надо отдельно в самых настройках? То есть схему можно в мэппинге, например, подставить сообщение, или надо ее в канале указывать? В канале. Угу. Максим, нет, для ресивера точно в канале. Ну, как бы нет, понятно, что да, для ресивера. Да, вопрос только для ресивера касался. Да. Нет, Авро мы нормально протестировали, там один интерфейс был. Максим, там еще вопрос из чата был. Извините, я перебью, только задам его. Заработка адаптера делалась на основе сэмпл RA от SAP или нет? Да, это вот стандартный сэмпл. Максим, а еще подскажи, а жизненный цикл соединения до Кафки как был реализован? Он, соединение открывается и живет всю жизнь канала? Или как-то по тайм-аутам там падает? Да, это не соединение, это называется костюминг. Консюмер, да, вот он живет, пока канал не остановлен. И поднимается, собственно, с созданием канала, с его... Да. А там принцип такой, если просто вглубь зайти, любой пул-адаптер, там внутри есть один тред запускается, который считывает список всех сендер канала. И там в цикле... Да, я видал это. И он там смотрит на пул-вейтинг и в цикле по всем сендерам пробегается, чтобы ранить их. Да. Ну вот так вот с Кафкой не получилось ранить, как можно было там с файлом. Пришлось создавать отдельный тред по консюмеру. То есть мы не просто там, да, в цикле, а создаем тред в памяти, и внутри уже консюмер, да. Немного там усложнилось. Я, в принципе, делал, да, мы, в принципе, делали по
декомпиляции файловых адаптеров, GBDC адаптеров, вот таким путем шли, потому что сами не знали, как устроено. Типа куски какие-то, да, забирать? Да. Потому что они очень не похожи, конечно, например, ATSAP, это Sample Resource Adapter. Вообще не похожи, да, в этом вся и проблема, что ATSAP... Поэтому только если куски. Да, ATSAP они используют, я как вот ATSAP не сделаешь, да, там доступа нет к некоторым. Как-то они закрыли, да, доступ нет к там, классам. Там, ну, они типа адаптер фреймворк дали, вот, и реализуйте. Да, через... да, стандартные адаптеры по-другому реализованы, да. Максим, а чем вы собираете адаптер? Потому что стандартные адаптеры не то, что еще и написаны по-другому, они еще собираются не как пример. То есть у вас в NVDS это собирается? Да, это в NVDS, да, не-не-не, и это NVDS, он RAR генерит. Да. Понятно. То есть сборки мы только начали делать через IDE и в Maven, там сборка этого RAR, там библиотеки пытались загрузить для сборки, да. Еще не до конца не сделали. Но это, в принципе, можно, да, реализовать, то есть в Maven и сборку этого RAR. На выходе там RAR просто. Угу. И вы сейчас потребности вашего текущего заказчика полностью покрыли? Или да. Есть какие-то у него хотелки, которые еще в бэклоге лежат? Нет. Основные проблемы было то, что нужна была вот, трансформация JSON в XML, XML, JSON. Потом строго по безопасности это подключение по SSL, то есть по сертификату авторизации. И вот Avro, да. Avro и запись партиции отдельной, да, то, что появился один интерфейс, которому нужно было вот очередность. То есть в топике надо было запись в одну партицию вести. А там сейчас много используется сценариев с этой скавкой? Да, много, порядка 50-60, но... Ну так, да. 50. А если потребуется, например, там какое-нибудь поле новое прорезать или какой-нибудь функционал добавить, как это будет раскатываться, интересно? Поле имеется в где-нибудь? Ну, в GUI адаптера, например. Или в логику что-то поменять. Это деплоится. То есть сначала мы деплоим на разработку, то есть генерим архив, деплоим на разработку, тестируем, смотрим ошибки, потом деплоим. Деплой идет через SDA, как будто, не знаю. Не-не-не, как происходит? Там в это время же каналы работают. Там как-то вы тормозите их потом? Не, можно не тормозить. Мы не тормозим. Можно не тормозить. Нет, он исчезает на какое-то время на метаданных, да. Он просто пропадает. Когда мы делаем редеплой, он... Сами каналы никуда не исчезают. И метода, и все, что... Я так понял, они хранятся где-то в базе данных. Я не могу вот точно сказать. Вот описание и все эти характеристики каналов, ну, то, что мы забиваем там хосты, они, наверное, где-то в базе данных хранятся. То, что мы убивали адаптер полностью, ничего не исчезало. Мы просто потом редеплой делали, все эти каналы спокойно продолжали. Он пишет, что просто недоступный метод данных или не, ресурс адаптера не запущен. Все. А, кстати, канал может читать вот эти заголовки, кавки, кастомные заголовки? Да, хедеры там все читается. А вот, кстати, да, забыл, там, да, это все считывание, маршрутизацию можно по хедерам делать, то есть, если мы говорим про сендер, одно из первых требований было то, что они использовали топик для всего, первый раз, там для 5-6 разных, у нас же интерфейс, да, обычно XML, это отдельный интерфейс, да. А у них там мог был топик использоваться, вот у них как-то бизнес-процесс, и там мог быть разные JSON-ы лежать. То есть в реальности это были, для нас это разные интерфейсы. И поэтому там одно из первых мы добавили маршрутизацию по хедеру. То есть хедер сообщения. Он считывает хедер сообщения, там уже название интерфейса, и у нас один канал был на один хедер, получается, на один месседж хедер, название интерфейса. Да, можно считывать хедер и проставлять хедеры в ресивер, можно, да, кастомные. И динамик конфигурации тоже поддерживается, да? Ну да, да. В ресивере, да, мы там использовали. Максим, а подскажи еще вот момент. Вы при создании
метаданных для адаптера, просто ручками в текст. Да, XML, да, это XML. Жестко, да. Да, мы взяли. Там, а там он идет вроде в этом, как раз в архиве, вот в sample адаптере, метаданные. И руками создается, да. Все, там все, по сути, все вот эти поля, которые вы здесь видите, они описаны там, кто видел эти данные, в метаданных. То есть там такое, была у нас первая одна проблема, мы забывали метаданные обновить, мы как бы в адаптере все там в логике реализовали, а вот этот архив с метаданными в ESR забывали, вот, делали просто деплой, деплой архива этого рарника. А у нас никто не появлялся, мы просто забывали, что надо еще каждый раз при добавлении новых полей там, обновлять метаданные в ESR, когда работать не будет. Ну, это логично. Ну, там много проблем было. Первый, как бы, разработка первая заняла месяц, а вот дальше-то все. Откатка шла месяцами еще потом. Но уже там на продуктиве была запущена доработка. В целом, года два мы где-то медленно его дописывали. То, что требования, все, когда начали его больше и больше использовать, требования, конечно, обновлять. Пока мы вот не уткнулись вот в потолок требований, сейчас, в принципе, всем все устраивает. Нет, это продукт, который отработан, да, год-два в продуктиве. На реальном бизнесе. Торговом причем. То есть там, где простое, там заказы нельзя допускать. А всякие out of memory, там еще какие-нибудь ошибки джавовские вы не ловили на нем? Систему не ложил там? Случайно. Ложил, да, когда мы там треды случайно генерили. Вернее, как мы не умели останавливать треды хорошо. То есть, они каждый раз, то есть канал, когда на канал сжали стоп, да, тред не убивался у нас в первое время, он висел, и мы потому что плохо там много реализовывали. Нет, были проблемы, куча с остановкой с этими тредами. Первые попытки были там сложные. Но потом, в принципе, да, все нормально. Там, сделали остановку. То, что остановить его нельзя, он там, он, знаете, он интерапт делает. И там этот долгий процесс останавливания вот этого Kafka консюмера, он просто так, если он сейчас качает из топика, он так, если даже вы кинете thread interrupt, он, насколько помню, должен все выкачать. Вот, то есть там такие моменты были. А то до этого вот канал... То есть канал в статусе остановлен не означает, что консюмер еще остановлен, надо было смотреть треды. Мы уже там сделали точное логирование там остановки тредов финально. Он до этого в Эконосе не было интеграции с Кафкой, да? Не было, да. Не было Кафки вообще. Мы параллельно с внедрением Кафки писали этот адаптер срочно. Говорили, что S4HANA, микросервисная архитектура, API должен как бы соответствовать этому перед запуском. Не только перед запуском, но там за полгода до запуска S4HANA все должно быть оттестировано. Поэтому мы там довольно с внедрением прям Кафки быстро писали этот там адаптер. Нет, не было. И запасного варианта какого-то не было работы, да? Реста там, например. Нет. Если, мы если уже вписались, да. Вписали, запустили там какие-то очень бизнес-критичные интерфейсы на нем довольно быстро. То есть получается как? Он еще имел кучу багов. Куча багов с этими, с остановками тредов там и все такое. Но мы его уже запустили в продуктив, потому что надо было срочно запускать, да. Я не знаю, почему... ну, вот так стратегически приняли решение, что будем делать, да, адаптеры никакие больше. Я просто не работал с этим, REST-прослойка, там, наверное, тоже надо что-то конфигурировать. Либо там его один раз установил, и там, наверное, просто передаешь название топика, да, и он уже его сам находит, да. Не надо ничего больше конфигурить, да. То есть новые топики, он автоматически поддерживает этот REST. Он только для продюсера работает. Его, если он для консюмера появился REST, то может совсем недавно. Но как консюмеры-то. У нас все интерфейсы основные были, это консюмеры первые. То есть у нас из S4HANA почти ничего не шло. А вот в S4HANA шло дофига вот интеграции. Поэтому у нас как бы, наверное, вот из-за этого, что... консюмерить оттуда нельзя было. А вы не думали джобом это делать, читать?
сразу решили адаптером? Да, я не знаю. Просто у нас был опыт адаптера. Вот у Юры Новожилова был опыт адаптера, и он как бы сказал, да, без проблем. Но это оказалось проблемная работа с Kafka. Да. А Утконос использует Kafka на том же адаптер engine, на центральном, или, может, там отдельно и сделали для этих задач? Это была параллельная история. Когда я пришел в Утконос, у них вообще все было плохо с производительностью. Он постоянно падал каждый день. Там у них было куча RFC, и они жрали память. То есть первое, что я там начал, это с перевода RFC на BAP прокси. И следующее, так как я уже до этого, допустим, в X5, да я много где уже видел non-central, то есть архитектуру, когда есть центральный, но non-central, да, я им предложил сделать вот такую архитектуру, когда есть центральный и два non-central. То есть Kafka, с Kafka уже было два non-central, да. То есть когда мы запускали Kafka, было два non-central, но мы как разделили... Мне пришла в мысль, то, что у нас еще не очень стабильный адаптер. Большинство Kafka сценариев, конечно, сконцентрировалось на одном из non-central. То есть так вот. Да, то есть мы как бы... Ну, а потом это все ушло, мы, когда уже он довольно стабильный стал, у нас на всех non-central были интерфейсы с Kafka. То есть такого прям... Первые до запуска я просто из-за того, что вроде как взял, разделил, что вроде вот критичные старые интерфейсы там я оставил, или там с банками интерфейсы я оставил на одном нон-централе. А, ну, не только, там еще Юля была, еще один разработчик, мы с ней вдвоем внедряли этот два нон-централа и принимали решение, на каком запускать Kafka. И пришли к выводу, что лучше не рисковать пока и запустить Kafka на одном из нон-централов. Если он упадет, то второй, по крайней мере, будет работать, и мы на него переключимся. Но в процессе отладки, в принципе, он стал стабильный, и сейчас там на обоих есть. То есть на обоих нон-централов, да, запуск. Центральный у нас вообще не работает. На центральных у нас как бы принцип такой, что центральная все должна быть доступна, чтобы можно было поменять конфигурацию. Поэтому на центральном у нас вообще интерфейсов нет. Он всегда не загружен, всегда доступен. У вас в случае, если несколько нот явошных, как работает? Каждый канал на отдельной ноде, как по стандарту, так же, да, получается? Да, да. Ну, консюмер, да, на отдельной ноде. Ну да, каждый консюмер, я имею в виду. Да, 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 консюмер, да. Да. Ну, а так бы они просто друг другу, как бы, ну... Ничего страшного бы не было, на самом деле. Если бы запустилось бы несколько... Потому что там есть консюмер групп, в принципе. И они бы друг другу не, как бы, не мешали. Я так тоже уже подумал, в принципе, что можно было и параллельно каждой ноде запускать по треду. Но у нас сейчас как бы, да, один адаптер, один на какой-то из нод запускается. А еще такой вопрос. У заказчиков в продуктиве одна большая Kafka, один большой кластер или много там отдельных? Ну, кластер, да, и куча брокеров там. Да, а вот есть какие-то нюансы, если у вас, ну, я вот в случае FTP адаптера пример приведу, когда FTP там соединение есть, он же понимает там, что все соединения к одному FTP, там десяток каналов, он их как-то оптимизирует. Делает меньше соединений не по одному на каждый канал, там, а несколько соединений между многими каналами. У вас вот какая-то оптимизация на этот случай тоже есть или нет? Или у вас каждый отдельный consumer group это одно соединение на весь consumer group или как-то по-другому? У нас вообще, насколько я помню, вот сейчас вот я точно вот реализацию не могу сказать, что у нас вообще соединение общее на все консюмеры. То, что а, понятно. Не создавать, да, каждый раз. Ну, для продюсера вообще просто. То есть там передал сообщение, закрыл соединение. Ну там, да, это да. Понятно. А для консюмера, да, мне кажется, у нас общее соединение на все треды запущено. У нас такого, да, нету. Не было такой задачи, что несколько кластеров. Ну, это...
да, не есть еще куда стремиться, если был бы такой еще заказчик, да. Максим, а получается, ты говоришь, для продюсеров вы каждый раз закрывали соединение и открывали его заново? Ну, для каждого. Да, сообщение идет, создает соединение, оно закрывается, да, сейчас в тред. Но это приходит. Немного ресурсов жрет подобное. Ну, на каждое сообщение открыть-закрыть соединение. Ну, не держать его открытым все время. Ну, к нам бы пришли. Это точно. Девопсы. Если бы мы бы жрали какие-то у них ресурсы. Никаких пока таких вот. Потому что для меня-то, в принципе, без разницы на стороне PI, да. Что он там соединяет, открывает соединение, закрывает. Это все вопросы идут от... такие проблемы идут со стороны DevOps обычно, что мы их там ресурсы поджираем. Ну, таких вот не было претензий к нам, что мы кучу соединений сделаем для каждого сообщения. А получается, даже если 300 тысяч сообщений придет, то они откроют 300 тысяч коннектов, да? Ну, во-первых, такого не может быть, чтобы одновременно 300 тысяч коннектов было. Это вообще не может быть такого. Нет, но он же будет параллелизмом ограничиваться, ну или там... Ну, конечно, там вот сколько... У нас 5 тредов, не больше, может быть, на адаптер как. То есть для продюсера вы как бы использовали вот connection pool стандартная ЦАП. Вот там есть да. У адаптера 20 штук, вы там ничего не крутили, да, с этим? Не. А вы, да, количество там уже не от количества, там же не количество сообщений говорят, а как раз да, connection pool. То есть какое ограничение на PI. Не, мы ничего вообще в этом не меняли, да. Сколько было. А как вот GBDC? GBDC там тоже открывается же коннект, закрывается. А там вроде галочка есть. Не разрывать соединение у GBDC ресивера. Ну, один из моментов. То есть для каждого пакета не создавать новое соединение и закрывать его, а держать одно и то же. Ну, я понял, да. Ну, как говорю, есть ограничения на адаптер, и там 300 тысяч никак не может быть. Ну, то есть 300 тысяч сообщений может быть, но 300 тысяч коннектов, ну, никак не может быть. Это нереально. Это у нас PI бы сразу умер. Это то, что один коннект – это отдельный тред, скорее всего. То есть, как бы, такого. А там как-то прорабатывалась ситуация по потере офсета? Ну, например, там долго не было вот этой хардбита. Ну, это с этим проблемы там тоже бывали. То, что, допустим, когда PI падал, офсет сбивался. Ну и, ну, допустим, такие случаи были, когда они нечастые, но когда что-то с PI произошло, или у них Kafka, они уже тоже девопсы, у них тоже первый опыт был там с Kafka, они там из Kubernetes сначала там это было... в отдельно стоящая капка на отдельном сервере, потом они ее засунули в докер, в докеры, в кубернетис, и вот такие вот какие-то были за вот эти два года 5 или 6 раз что-то происходило с капкой, она отключалась. И офсеты сбивались у топиков. Да, у нас одно значение, потому что канал висит, у него там в консюмере в этом трейде одно значение офсета. Там в капке другое совсем значение. И, конечно, не считывалось, да, ты запускаешь канал, и ничего не происходит. И приходилось сбрасывать офсеты на стороне Кафки. Да, было такое. Но это обычно, когда что-то серьезное с Кафкой, или там PI, не знаю. Ну, с PI обычно там ничего такого не было, обычно что-то с Кафкой происходило. И вот сбрасывали на офсеты. Просто смотришь, какого consumer group последний у нее офсет и какой там в Кафке. И вот просто на меньший уровень делалось, и он начинал считывать там. А вы как-нибудь проверяли? Я начал выводить, какой у меня офсет в адаптер. Потому что такая проблема стала, и мы не знали, какой вот текущий офсет у там, нашего коннектора consumer. Я добавил... В аудитлог, да? Да, в аудитлог канала... Какой сейчас офсет? И я говорю, у меня такой офсет. Он говорит, а у меня такой. Ну, я говорю, ну вот сбрось в себя такого, и у меня начнет считывать топик. А как вы проверяли то, что, например, вот лежало в Кафке 300 тысяч сообщений, то, что все не дошли в том виде, в каком нужно, и то, что, например, надо было записать, сколько это сообщений, что все не дошли, и было ли требование, чтобы они в
порядке к определенным попадали в Кафку? Ну, порядок, да, был, но не у этого. Но как, ну, как-то, как всегда, с интеграцией обратный интерфейс. С подтверждением от получателя. Больше никак. В принципе, там же есть статус, что оно как бы офсет придвинут, значит, что-то читает, да. Но вот конкретно что прочиталось, отслеживалось на стороне там получателя. То есть PI передавал там, в SAP. SAP обратно отправлял подтверждение в отдельный топик другой. И там вот как-то вот суммирование шло, что На каждый рекорд подтверждение, да? Да, 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 да. Максим, а у вас сообщение... Ну, это было требование с МДМ, да, такое. Вот МДМ четко было требование, что вот материал передаться должен был гарантированно, да. У него был поэтому обратный топик. Но у остальных такого прямо требования, чтобы... Ну, как бы шина должна отвечать за гарантированную доставку. Раз она считала, дальше это ее проблема. А у вас сообщение как ЙО или можно ЙО и ЙО тоже указать? Уходит. Да, вот на имя очереди можно сделать, да. Да. Но это опционально, да? То есть можно и без очереди. Можно и без очереди, да. У нас было такое одно требование, да, сделать обработку в очереди. Как на стороне нас попросили, чтобы писать в одну партицию, по сути, тоже обратно. И было также считывать и передавать в SAP по очереди, да. Угу. Ну, да, в центре. Но синхронного варианта нет, да? Нельзя там считать, и пока там от ресивера ответ такой нет. Нет. Ну, наверное, мост можно делать. Поддерживается ли статус канала inactive? Там канал уже можно остановить, да. А можно его сделали. Да, считывает статус, да. Там по-разному обработка в адаптер engine их сделана. Inactive и stopped. Нет, это совершенно разные, да, механизмы. Inactive – это когда мы в директории ставим статус inactive, да, и тогда он должен перейти, считать этот статус. Ну, я говорю, там принцип такой, там в цикле есть, вернее, тред запущен один, который постоянно считывает вот этот список каналов и смотрит на его там статус. А вот стоп – это отдельное событие в адаптере. То есть есть хендлер, когда мы с фреймворка шлется сигнал типа стопани. Это немного по принципу разное. То есть inactive – это просто в цикле, вот этот, который thread запускает каналы, он смотрит, считывает статус, он inactive или нет. Или А stop – это handler уже в адаптере. То есть это сам фреймворк как-то посылает событие останова. Это с этим мы тоже возили долго. Не так все. Это как кажется все просто. Там... Нюансов тысяча было. То есть реализовать хороший адаптер там, даже с тем же там, пингом и остановкой, и считанным native, это все там, время занимает прилично. Макс, а сегодня у тебя день рождения, говорят. Да. Ну, поздравляем тебя. Очень рады услышать тебя. И наилучшие от нас всех пожелания в тебе день. Пусть. Я тогда начал свой день рождения с профессионального митинга. Что-то приятное. Пусть адаптеры плодятся. Слушай, а вот вы, например, для S3 Minio не думали писать адаптер? У нас вот просто на проекте Kafka используется либо одна, либо с S3 Minio. И в Minio, в принципе, похожие части вопросов надо решать. И вот как пожелание, возможно, кому-то из покупателей будет интересно и для него адаптер. Там есть REST прослойки, но они, может, не всем будут удобны. Ну, да, мы с тобой обсуждали, что у вас вообще в связке идет S3, да. И у нас такой момент тоже был, когда сообщение больше 1 мегабайта, да. Начинается вопрос, как его передавать. То есть обычно DevOps не разрешают этот параметр менять. И встает вопрос, что просто в Kafka передавать хедеры, а вот в S3 хранилище передавать payload. И там просто ссылку на это S3 хранилище. Ну, пока
пока нет такой, да, связки, да. То есть, конечно же, для таких больших сообщений, да, можно было добавить просто характеристику, не характеристику, а поле хранилища данных или какая-нибудь там папочка для payload, если больше 1 мегабайта, да. Можно было доделать. Ну, честно говоря, пока что вот мы встали, пытаемся продать его. Это правильно. Да, не развивать, то есть там достаточно базового функционала, ну, для старта, для использников. Поэтому мы пока вот пытаемся найти клиентов и продать. Но мне кажется, вот вариант, когда вы схему пишете в канале, он для части только пользователей удобный. У нас в итоге вот мы через Confluence REST Proxy пишем, или как он там называется, забыл. Там схема шлется в самом сообщении каждый раз. Правда, он там ее и регистрирует, схема, ну да, режистая автоматом. Вот, ну, ну, в общем, наверное, в канале тоже удобно, но это получается в двух разных местах, отдельно в канале, отдельно payload под нее подгонять. Ну, это, наверное, как тот же самый вопрос с настройками JSON, конвертации. Кому-то так удобнее, кому-то было бы, возможно, удобнее не так. Да, я просто честно скажу, мы это украли у Адватка. Мы просто посмотрели, как у них это сделано. А, понятно. Да, и мы подумали, я, ну, как бы, ну, тоже первая мысль была просто добавить ее, но потом увидели, что ребята пошли тем же путем, они... Они просто настолько намного опытнее, чем мы в этом деле, в адаптеростроении. Поэтому мы ориентировались на то, как вот у лидеров рынка сделано. Максим, а что ты хочешь сказать тем, кто будет писать свои адаптеры? Какие идеи? Стоит ли ввязываться в это предприятие? Ничего страшного нету, да, ничего страшного такого прям, да, стоит. При... Я... Ну как, редкие случаи, когда требуется адаптер, я честно могу сказать. Это вот просто уникально и повезло. За мою карьеру, конечно, я не встречал немного заказчиков, которым требуется написать отдельный адаптер. Причем сейчас идет же мир по упрощению. Все, в принципе, используют там REST, REST API, JSON или вот Data. Я вот сейчас внедряю в облаках много, и там, ну, просто поголовно идет REST и JSON, в принципе. Поэтому для тренировки можно будет, но будет ли это... Как бы всегда же хочется, чтобы этим пользовались, а не так просто игрались. Поиграться, в принципе, можно, но, конечно же, хочется, чтобы этим пользовались. И время тратить, если на это пользоваться не будет, ну, не знаю. Ну, ничего страшного там, в принципе, нет. Есть хороший гайд. Там он из 5 частей. Для как построить адаптер. И там, если там все довольно хорошо описано. А что это за гайд? Я вот как это хаутушка, хаутушка, да, хаутушка есть на блогах хсаповских. Я, в принципе, мы, в принципе, по нему. Шли, ну, у Юры был опыт просто, но недостаточный, мягко говоря, оказался, да, и поэтому нужна... Ну, это единственная, да, вот статья есть, я могу сейчас попробовать ее найти. Я даже не знаю. Ну, наверное, потом тогда ее присылай в чат. Да, я присылаю. Коллеги, есть еще у кого-то вопросы или пока сделаем перерыв? По следующему докладу, по 1С-шине, я ссылочку кидал и здесь в чат, и в телеге. Мы его будем делать в Zoom, и там будет больше возможности подсоединить число участников. Да, ты говорил, малочисленно будет нормально, не малочисленно. Ну, вот как-то, да, неожиданно для нас. Спасибо за ответы, с днем рождения. Да, спасибо. С днем рождения. Да, если есть желание внедрить, да, пишите мне или Илье. Покупка адаптера – это лучший подарок. Да, 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 да. Все, наверное, тогда...
Наверное, все, да. Тогда через 10 минут увидимся. Все. Пока.